Мы, друзья, забрались на гору Монжуик. И с этой горы Монжуик видно весь город. И сейчас мы пройдемся немножко вдоль горы. И откроются еще виды, и еще виды, и еще виды. А вы все будете обозревать. Вам не нужно никуда забираться. Все в готовом виде, друзья. Вот здесь перспектива хорошая. Говорят, что 1,5 миллиона в городе населения. Да. Уже немножко так мы, день к концу ближется, и немножко туманом там затянуло. Нет такого солнечного дня, как, может быть, надо было бы. Сейчас пойдем на порт посмотрим, там правее. Вот перспектива, видите? Давайте туда пойдем. А вот кафе такое, друзья. Я думаю, неплохо в таком кафе посидеть. И так вот с видом туда и с видом сюда. Знаете, тут у них вид на город. Там у них вид на порт. Вон яхты стоят. Яхты, яхты, яхты. У нас бы это называлось марина. Да. А вот видишь, тут, да, такой телескопище. Бросаешь денежку и смотришь. Тут мы еще нашли площадочку такую для обзора. Вон туда. Смотрим. Тут такие красивые столбы, облепленные черт чем. Так, и вот. На круизный лайнер там стоит, похож такой большой. Подальше. Да, ну и вот, не заходя особо в ресторан, так вот посмотрим туда из ресторана. И на этом месте простимся с замечательным вот этим видом.